27 ноября 2021 года. Я в лесу Черниговской области выехала вот посмотреть, может быть, что-нибудь есть. Ну, нет ничего в лесу. Есть вот такие вот грибочки уже подгулявшие, похожие на опята. Нашла я 3 зеленухи, довольно-таки и неплохие. Вот такие вот зеленушечки, молоденькие, но только 3. И вот нашла кустик фламулины. Но такая мелочь, что нечего брать. Вот, а вот под пенёчком вижу, кто-то взял срезанные. Но, по всей видимости, это было давно, потому что уже потемнели эти все корешочки. Потемнели. Вот тут вот еще семеечко ютится. Ну, такие ничего, можно взять. С этой стороны еще вон парочку растет. Вот, ну, в общем, в лесу ничего нет. Погода очень мягкая, прошел дождь, тихо, мороза нету, хотя морозы здесь были пару дней. И, скорее всего, вот они все и прекратили, вот это плодоношение грибов. Ну вот, вот такая вот картиночка в лесу 27 ноября. Всем хорошего настроения!